Седьмая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колена задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейшего из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их,
и узнают, что я Господь.